Участники этого дорожно-транспортного происшествия ждали приезда экипажа ГИБДД более 3 часов. Все это время участок улицы Наговицына и Кренистовой оказался перекрыт. По словам водителя «семерки», служебная машина Следственного комитета России парковалась, но, заехав на обочину, по какой-то причине скатилась на проезжую часть. Водитель «Жигулей» попытался уйти от удара. В это время произошло столкновение с иномаркой. В ДТП никто не пострадал.